А, чем ты себе? Папа, я вообще не люблю. Да, инвалиды, дурачки, да? То есть мы живем вот такой, понимаете, жизнью, достойной сожаления. То есть те, кто сейчас поднял руки, да, вот вы меня сейчас столько уже слушали, вам теперь это нужно, понимаете, как прочувствовать. И если вы чуть-чуть восстановите вот это чувство, то тогда вот так послушав, как сегодня, потом испытав это на себе, 순간적으로 듣고 깨우치면서 아 그렇구나 하고 아는 이 순간 우리는 많이 회복되는 거예요. Понимаете, вот в этот момент, когда я слушаю и понимаю, а вот оно в чем дело, вот в этот момент тоже происходит такое, знаете, восстановление. 우리는 이 회복의 길을 찾아야 되겠습니다. Нам с вами нужно найти этот путь восстановления. 이 짧은 기간 동안. И пусть за вот это короткое время. 이 짧은 3일이라는 시간 동안에. За вот эти короткие 3 дня. 그저 헛소리 같은 거 한번 들어보자고 생각하더라도 даже если, может быть, вышли и подумали, ой, ну ладно, послушай, что он там говорит. 인생 살아가는 동안에 3일뿐이 더 됩니다. Но понимаете, как это будет, ну, это всего лишь как бы 3 дня вашей жизни. 여러분들의 마음에 긍정심, 믿는 마음을 가지고 나도 한번 건강 회복을 해보던 저 진식의 방법으로서 Мне бы хотелось, чтобы вы имели, знаете, такой позитивный настрой, да? Чтобы вот мне нужно попробовать, да, попробовать восстановить свое здоровье. 이게 잘 이걸 좀 한 분들은요. Люди, которые эти вот хорошо этому следуют. 여러분들 그 펑거스 같은 거 있죠? 발에 생기고 하는 무좀. Да, это. 펑거스. Это. 무좀. 무좀. Сейчас я вспомню. 막 가래품만. Да, это вот грибок на ногах появляется иногда такой. 이걸 한 분들이 그런 게 다 없어지더라고요. Представляете, даже люди, у которых есть вот страдают вот такими грибковыми болезнями, они тоже выздоравливают. 이걸 한 두세 차례 했는데 어떤 분은 막 저 원형 탈모증이라고 이렇게 동글동글 막 빠져나가는 병이 그게 치유가 되잖아요. И есть люди, которые после того, как проходили 2-3 раза вот этот курс, ну, то есть вот этот тренинг, у них проходило вот это вот выпадение волос, иногда, знаете, вот прям такими клочьями волосы выпадают. 우선 눈에 보일 정도로 나쁜 증상으로 보였던 것이 몇 가지만이라도 이렇게 없어진다는 사실이 얼마나 중요한 것입니다. То есть, понимаете, вот есть такие факты того, что вот такие видимые проявления какого-то нездоровья, они исчезали. 그리고 이 삶을 이런 방법을 이렇게 구사하면서 하면서 내 후손에게 이렇게 가르쳐주고 전해주면서 살아간다는 게 얼마나 좋아요. И это очень важно, да, самому так жить и уметь это передать своим детям, своим потомкам. Как? Стараться жить правильно. 병든 다음에 아우 이건 내 새끼 욕구적이 큰일 났구나 살려야 되겠다고 병원으로 뭐 수술하고 약 먹이고 막 이런 사람이 좋습니까? Что хорош тот человек, который, когда его ребенок заболел, ой, мой бедный ребенок, пошли в больницу, буду тебя там лечить, да?